Здрасте. В эфире новостица. Еврокомитет планирует определиться с уровнем процентной ставки рефинансирования. Индекс Дона Джонса отыграл позиции после вчерашнего падения. Жестокий отчим сорвал шапку с ребенка. Хроника с места событий. Осенью 2011 года по заказу Минздрава России на просторы интернета было выпущено продолжение нашумевшего вирусного ролика про адскую белочку. Нашей задачей было выйти за рамки формата ролика и создать долгосрочный проект. В диджитал-агентстве iLove придумали, как обеспечить прямой диалог белочки с пользователем и научили этого зверя звонить по телефону и на Skype. На сайте matbelka.ru каждый желающий может предостеречь своих друзей от чрезмерного употребления алкоголя. Для того, чтобы заказать звоночек от белочки, нужно ввести Skype имя друга или его телефонный номер. И белочка обязательно позвонит. А самое крутое, что она может обратиться к вашему другу по имени. Имя можно выбрать из списка. Текст сообщения белочки тоже можно выбрать из списка. Специально для проекта было записано более 300 имен. Было составлено и записано более 100 сообщений на все случаи жизни. Звоночек от белочки производит неизгладимое впечатление на своих адресатов. Это подтверждают записи голосов тех, кому она уже позвонила. Алло, блядь, это не вирус случайно. Особенно были удивлены те, кому белочка позвонила похмельным утром. Многие из обескураженных пользователей перезванивали белке, но слышали в ответ еще более шокирующее сообщение. Кудяплика, хочешь домой взять? Сайт адской белочки уже посетило более 17,5 тысяч пользователей. Белочка позвонила более 12,5 тысяч раз. А перезвонила белке более 500 человек. Многие из них всерьез подумывают завязать с алкоголем. А белочка продолжает звонить. И, возможно, очень скоро позвонит вам. Я не Минздрав. Предупреждать не буду.